Город Луганск. Мы сейчас находимся на территории баррикад, которые расположены по периметру этой площади. Здесь дежурят ребята, охраняют спокойствие нашего города. Круглосуточное дежурство. Нет никакого оружия здесь. Абсолютно никаких военных. Вот вы можете посмотреть. Шины, колючая проволока. Полностью укреплена эта часть против штурма, против какой-то атаки, которая может возникнуть в любую минуту, в любой час дня и ночи. Отстоим родной Луганск! За нами победа! Что сделало наше правительство, это, вы меня извините, киевская хунта, чтобы соединить Украину? Понимаете, мобилизацию объявили. Против кого, извините? Против кого? Да, да, да. Агрессоры. Я пирожков напекла, рушники настирала, жду агрессора, жду. Когда же он, этот агрессор, придет, захватит меня? Ну, да. Потом нам телевидение отключили. Ну, потом нас диаспорой назвали. Какая мы диаспора? Нас 8 миллионов. Только мы разговариваем на русском языке. 20 миллионов. Нет, но я имею в виду, что вот тут этот самый. Русскоязычный. Русскоязычный. До каких пор над нами будут изнущаться? Еще нас. Мы можем, я могу вам спеть на украинском, стих рассказать на украинском. Скажите, а как вы смотрите на отношения украинцев с русскими, с россиянами? Мы славяне все, мы должны жить в мире, мы братья, мы не должны воевать между собой, никогда в жизни. Мы все братья. У нас за спиной Родина, Россия — это наша Родина. У меня тетка в Москве, в Новороссийске, друзья. И мы будем стоять до конца за Россию. Какая тут может быть между нами война? Даже это слово неприемлемо, понимаете, в нашем современном мире. Война между славянскими народами. А тут своих уничтожили. А как относятся к тому, что сегодня так называемые киевские власти дали команду, так называемые киевские власти, дали команду славянские убивать свой народ? Это вообще, как это можно вообще, это, я даже слов не нахожу. Фашист. Несмотря на Женевское соглашение, тут ОБСЕ у нас постоянно ходит. Короче, пусть они... Что творится, я вообще не пойму, мы ничего не поймем, что творится, кто руководит вот этим всем бардаком. Мы жили, никому не мешали. То, что хотят войти в Евросоюз, мы никому не против их, Запад. Но мы жили по своим дружно с Россией, они к нам не лезет Россия, они нас приветствуют, и мы их приветствуем. Мы, нам нечего делить с Россией, и с Западом нам нечего. Но вот это, что подтягивает воска, это вообще некрасиво. Что это такое? Мы живем на своей земле, понимаете? У нас своя культура, свой язык. Вы приходите к нам в дом и навязываете волю. У меня в отечественную два деда погибло. Я никогда не буду кричать «Слава Украине! Бандере слава!» И пусть это запомнят. А эти все ответят перед Гаагским судом. Как эта армия их? Она должна наоборот арестовать этих в Киеве всех террористов, всех этих президентов, кандидаты. Они же хунта, фашисты, отдали приказ убивать свой народ. Идут к нему домой и его убивают. То, что у меня другое мнение, другая культура. И все. Я стал за себя. Я не политик. Ребята, вот наш автомат. Калашникова. Да, вот он. Автомат Калашникова. Модернизированный. Да. Вот это все наше оружие. Ярош, командир правого сектора, собирает батальон Донбасс карательный для борьбы с нами, с безоружными людьми, которые отстаивают свои коренные интересы. Вот. И заявляет о том, что обычный солдат будет получать $1000, командир $5000.
было? А что это такое у нас? Тихо. Вот этого допрашивайте, он... Хлопцы, не бейте, я его знаю, хлопцы, не бейте. О, друг, смотри, сейчас уйдет. Почему так? Потому что у нас происходит несправедливость в государстве. У нас происходит переворот, произошел переворот власти, захват этой власти. И, естественно, новоиспеченная власть устанавливает свои порядки, всех несогласных убирает любыми способами, либо тюрьма, либо физическое уничтожение. А вот такие ее правила. БТРы пытались свалить. Ты в кого стреляешь, ты? Ты в кого стрелять собрался? Кого ты стрелять собрался? Кого? Шо, а что ты автомат достал? Глуши! Глуши так! Глуши, до греха не доводи. Ты понимаешь, сейчас люди кинутся, тебе и автомат не поможет. Да вытаскивать их с того танка. Глуши машину. Сзади люди, спереди люди. Пацаны! Все, нормально, пацаны, не трогайте! Пацаны, не трогайте! Не трогайте! Не трогайте! Давайте без крика! Подожди, какая у вас задача? Сиди, подожди! На Славянск! Какая у вас задача? На Славянской машине, сидите в машине! На Славянской не ездите! На Славянской дорогу! Глушить наших пацанов! На Славянской дорогу! В кого стрелять, брат? Меня зовут Наталья Сафонова. Я живу в городе Краснодоне. Когда начиналась революция, шахтеры работали. Они работали буквально несколько дней назад. Вчера, 22 апреля, в 9 часов вечера, здесь начинается митинг. На площади Молодой гвардии мы сейчас присутствуем. И сейчас, сегодня уже 23 апреля, и митинг не расходится. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что правый сектор сейчас творит на Украине? Это, можно сказать, нацизм. Нет, конечно. Кого боятся? Кого? То еще пока не стали шахтеры все, по всему Донбассу. По всему Донбассу. Станет Донбасс, это будет... Хана всем. Ну, вы знаете, что уже ребята из молодогвардейска одного срочника уже убили 5 всех? Ну, это пока только начинается. Это только начинается. Ну, а сколько это будет продолжаться? Неужели мы будем ждать, пока это произойдет? Не знаю. Пока я... Что можем, мы где стоим и добиваемся. Там этого никто не ничего ждать. Когда это все будет? Я могу одно сказать, если шахтеры встанут, это будет хуже Майдана. Миллион раз. Миллион раз. Наше население Луганщины в душе русские. В душе наши люди русские. Они здесь собираются, кричат «Россия». Но извините меня, 10 тысяч, 20, 30 тысяч человек не соберется за деньги, чтобы кричать «Россия». И каждый день приходить не будут. И каши нести с яйцами, крупами, еще и финансово помогать. Понимаете? Суть нашей вообще деятельности здесь. То есть мы представляем интересы народа. Как народ скажет, так и будет. То есть нам народ говорит так, значит мы делаем так. Народ говорит по-другому, значит мы делаем по-другому. Едут к нам в Мариуполь. Насколько их, ничего себе. Так что там, ящики какие-то другие? Ракеты, что ли? О, Катюша! Это град, братик, Катюша, братик. А что не собираться? Колонна с машин 30, наверное, блин. Ну, это от Мариуполя сколько? Километров 60. Танки. Ай-яй-яй. Там ты шо? Пушки! Пожалуйста, скажи людям, стол оставлять в машине, выходит туда под стенку. Для чего? Это
себя со словами, на готове, стрелять по нам. Какие на готове, там, блин, не... Две минуты, они горят все, они как? Вы что, ходят, пацаны? Мы говорили, что они едут, блин. Куда они едут? Со словами, не уйдет. Милиция приедет, заберет стволы. Даем оружие гаишникам в багажник, слажите автоматы, боекомплект, хай уводят. Почему? Командир, давай приказ. Да, ребята, сразу спустят. Как сюда? Давай, Маша, проконтролируйте, чтобы оружие не пошло никуда. И не ездите сюда со словами. Не слушайте, что вам говорят. Вы на народ идете с оружием. Мы с голыми руками стоим. Давай, Максим. Плачь. Вы нормально не уедете. Что такое? Где? Урал блокировали возле поста ГАИ, он с ящиками, с оружием. Ребята, можно отъехать? Вон в ящиках. Да я не знаю, хлопцы, что в ящиках. Я сейчас скрывать начну. Да зачем их скрывать? Ну, едете куда? Мужики, выключите это самое. Едете куда? Едете куда? Давайте группу на пост. Письменное распоряжение приказа где? Письменное распоряжение приказа о дислокации, на какое место прибытия. А как вы едете, у вас должен быть дорожный лист, должен быть приказ. А что приехали? Приехали, что? Приехал, что я тебя спрашиваю? Я на Луганск ехал. Как? Луганск вообще в другой стороне, ребята. Луганск в другой стороне. Как я же говорю, запутался в Луганск, это самое. На 80 километров вперед документы свои показал. Быстро. Давай покажи, что там есть. Оружие и все. Ребята. Держи руки. Руки держи. Да не держите. Забирай. Да перестаньте, я ж никому ничего плохого не делал. Куда я? Да вообще никто плохого не делал, понимаете? Вообще никто ничего плохого не делает. Забирай. Ложи. Ложи на пол. Ложи, вот. Стоп. Да не врячь, пожалуйста. Машина и мы еще ящики без сопровождения. Да, ясно. Откуда? Иди. Открывай кузов. Стоите вот тут. Все, здесь. Не вытягивайте. Давайте. Открывайте ящик. Да. Пока тут все. Тихо. Один метр. Снимай. Возьми мне один. Что тут? Та же самая хуйня. Давай. Это не трогайтесь. Ложи, как. А ты куда будет, как рванет? На, правее. Да аккуратненько. Тише, тише. Патрон. Тимки. Правее. Да это отца. Это твое. Гранаты. Все, машина назад. Ложи. Отошли от машины. Это самое, заблокировала. Я догнала их. Никаких оружий на Донбассе не будет. Дозвольте, я уеду и никаких это самое. Уедешь. Ты уедешь теперь отсюда. Мы хотим мира. Все тоже. Надо, я его гоню. И до каких пор нас будут оскорблять? До каких пор мы будем сепаратисты и террористы? Ну, мы встаем, сепаратисты, мы уже здороваемся. Здрасте, я террористка. Здрасте, я сепаратистка. Да, да, ну что это такое? Ну мы же такие люди. Только единственная разница, что мы на украинском не разговариваем. Единственная разница между нами. И это до каких... Это как можно ненавидеть свой народ? Вы представляете, это как это? Какая злость у людей, что они нас ненавидят? За что они нас ненавидят? Ненавидят. Если мы такие плохие, если мы дотационные, оставьте нас в покое. Понимаете, мы будем сами. Мы сами будем решать судьбу. Дайте референдум и все. Да, дайте референдум. И мы сами решим. Они боятся референдума. Вот чего они боятся. Народа? Чего боятся народа? А народ имеет право на него. Понимаете, мы сами будем копаться. Они его не дают. Перебирать. В земле будем копаться. Где мы там будем в шахтах будем работать? Отстаньте от нас, пожалуйста. Не трожьте нас. Мы мирные люди. Я одессит. Мне лично интересно узнать у народа ответ на этот вопрос, чего мы добились. Также я хочу объяснить, почему я не хочу показывать свое лицо.
потому что считаю, что мы живем не в демократической стране со свободой слова. Особенно с учетом того, что у нас похищают людей, просто даже отлавливают на улице, бьют тех, у кого иная точка зрения. Прекращайте избиение! Не бейте их, не бейте! Прекращайте избиение! И они связаны, не надо бить ногами! Но фашизм не пройдет. Нет фашизму. В нашем городе фашизму не будет. Я вам передаю привет от всех, кто сегодня за нами смотрит и следит за нашими событиями. Бог нам поможет. Как вот ваше мнение, в Одессе больше за вот Евромайдан или против? Я думаю, что 80% одесситов против Евромайдана. 20% может быть по заблуждению или привезенным. Вся Одесса фактически против Майдана. Ну, как вы считаете, вот они стали на Майдане за то, чтобы Янукович ушел, да? Вот Янукович ушел, зачем они сейчас стоят там? Какие у них цели вообще? Мое личное мнение, они хотят насадить всей Украине свою, так сказать, коричневую чуму вот эту, национализм вот этот никому не нужен здесь, на Юго-Востоке, да и на Украине он не нужен. Ту Європу, як за яку боролися хрестоносці, за яку боролися європейські націоналісти, Європу білих людей, не там, де зараз мусульмани виштовхують корінне населення, забирають у них землю та ущільнюють їхні права. Ми будемо боротися за ту Європу, за білу Європу, Європу традицій національних держав та Європу вільних націй. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Как вы относитесь вообще к ситуации, которая происходит в стране? Это хорошо, плохо? Это ужасно. То, что нас, первое, что нас поссорили с нашими братьями, россиянами, я не знаю. Мы не, лично я не собираюсь ни в России, никуда. Я хочу жить в своей Одессе, жить в Одессе, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы дружили с русскими. Запад – это не наш, понимаете как? Таможенный союз. Что сейчас творится в нашей стране? Это же кошмар. Как мы будем выживать? Как вот я, например, человек, получающий 1064 гривны, могу прожить, если сейчас газ поднимется на 73%, лекарства на 60% уже подняли. Да вообще это ужасно, ужасно. Мы ждали Женевских соглашений, мы получили, благодарны России за них, очень благодарны. При этом мы прекрасно понимаем, что украинское правительство и так называемое правительство временное, точно так же, как и правый сектор, и свобода, другие наши нацистские организации, они выполнять договоренности не собирались, не собираются, да и не могут. Заказ у них другой. Резать, убивать, москаляку, нагеляку. Сюда иди! Руки вынес, карманы, когда с тобой говорит, пускай пехотинец! Так не шутки, Иногда мне кажется, что всех нас просто использовали. Сняли наручники, чтобы надеть кандалы. Как сначала травили против Беркута и правоохранителей, потом против крымчан, потом против России, теперь нас пытаются стравить с Юго-Востоком. Интересно, кому это выгодно и зачем? Я бы не хотел быть гонимым. Любой человек, который против того, что сейчас происходит в Украине, это могут спокойно интерпретировать как сепаратизм и дать реальный срок. Поэтому я не хочу показывать свое лицо. Верховная Рада
приняла закон от 10 до 15, либо пожизненное, за сепаратизм и терроризм. Мы на данный момент подпадаем под эти статьи. Ваши европейские коллеги, я не буду говорить именно, что вы, не вы, но европейские официальные инстанции подтвердили, то есть дали добро на то, что Верховная Рада это утвердила, они это одобрили. Хотя Верховная Рада утвердила, но они на весь мир это одобрили, сказали, вы молодцы. То есть это получается, вы... Ну, опять-таки, не вы, те, кто там официальные европейские структуры, подтверждая это, соглашайтесь, что мы террористы. Ну вот, я мне пожизненно на данный момент грозит по действующему законодательству. Я похож на террориста, я культурно общаюсь, веду диалог, представляю интересы людей. Потому что, поймите, не каждый человек наберется смелости своей жизни поставить на кон во имя людей. Не снимайте, пожалуйста, потому что сейчас без камеры останется. Ладно, я вижу, что это здесь, который дрит. Я говорю про Харьков, ладно? Я не буду от имени Украины. Каждый человек обязан сказать то, что он хочет, то, что он желает. Почему власть боится референдум? Почему? Если власть боится референдум, они боятся, да? Если они боятся, дайте нам сказать свое слово. Мы скажем. Я не говорю, мы не сепаратисты, мы не радикалы. Я житель Харькова, мне 61 год. Но я хочу понимать, где я живу, в какой стране я живу. Надо объединяться. Россия, Украина, Беларусь. А не как подставлять Россию. России здесь нет. Россия нас морально поддерживает, но никак не физически. Физически поддерживают американцы хунту, то есть войска, есть там абсолютно документы, есть видеодокументы, есть бумажные документы, все это есть. Но этого никто не хочет видеть. Мы требуем общенародный референдум по вопросу федерализации Украины. При этом мы требуем, чтобы нам дали возможность равного освещения своей позиции в средствах массовой информации. Вы посмотрите, сколько людей на митинги собираются, от студентов до пенсионеров, до ветеранов. Рассказывают по телевизору неправду, информация идет о том, что привозят сюда россиян. Разве можно в юго-восточную Украину, когда одновременно выходит столько тысяч человек на площади, привезти столько россиян? Это что, пол России привезли? Нас называют экстремистами. Мы все время подаем заявку о том, чтобы нам разрешили мирные митинги. Нам в этом отказывают. Получается, что героям Майдана можно захватывать здания, можно грабить банки, можно убивать людей. А нам нельзя собираться на мирные митинги. Вы видите, мы без оружия, мы без масок. Мы требуем только одного референдума, чтобы нас услышали. Нельзя загнать 20 миллионов человек против их воли в Европу и в НАТО.